Вода течет на ту сторону. Может, и меня перенесет. Подарок для скрытого. Если дать это скрытому, он меня и убьет сразу. Гравитация меняется. Если раскрошить основу, верхушка оторвется и полетит вверх. Вершина этой скалы уже переходит на сторону, где гравитация меняется. Если раскрошить основу, верхушка оторвется и полетит вверх. Возвращаться на ту сторону. Водопад, по которому я сюда спустился, больше не поможет. Ну, вдруг я другой. Надо идти по течению.
Ну вот, осталось, чтобы скрытый согласился разговаривать. Эколти лаутни ама. Ты выжил. С трудом. Ты не нападаешь. Значит, ты меня выслушаешь? Возможно. Говори. Это пещера, откуда я пришел. Что это было за место? Там есть врата между вашим миром и нашим. Они закрыты, но они еще откроются через 100 ваших лет. 200, 300. А сейчас говори, не спрашивай, или смерть. Что ты сделал с Регисом? Вопросы, снова вопросы. Ты тратишь мое время. Нет, постой! Я пришел из-за Детлофа. Он... Я знаю, кто он. Что с ним? Он натравил низших вампиров на город. Я должен его остановить. А я... нет. Рано или поздно Детлоф доставит тебе неприятности. Как? Так же, как раньше, Хагмар. Люди в конце концов его достанут. Через год, может через 2, может через 10. Но они найдут способ. И тогда они начнут искать остальных вампиров. И в конце концов доберутся до тебя. Мне бояться? Смерти нет. Но твоему покою придет конец. Сюда будут ходить всякие странствующие рыцари, чародеи. Один уже телепортировался сюда. Значит, будут и другие. Можешь быть уверен. Ты убьешь их, они потом затопят эти пещеры или притащат взрывников из Махакама и разнесут все вдребезги. Нет. Это место должно быть в безопасности. Врата.
Что вы собираетесь делать? Мы попробуем убедить Детлофа отступить от города. Он согласится? Скорее всего, нет. Но мы попробуем. Если будет схватка, и если ты поможешь убить... Я буду проклят. Я знаю. И все же я прошу, чтобы ты вызвал Детлофа. Куда? Тесхам мутно. Отправляйтесь туда. Когда я вас услышу, я велю Детлофу прибыть. Благодарю. Прочь. Все прошло лучше, чем я думал. Прошло лучше, чем... Ты шутишь? Я бы умер на месте, если бы не замедленный метаболизм. Но все-таки ты выжил. Зачем ты вообще это делаешь, Геральт? Зачем рискуешь жизнью? Этот заказ превышает возможности ведьмаков. Я не могу бросить этого дела, потому что связан с Детлофом кровными узами, но ты мог бы попросту уехать. Так почему, мой друг? Зачем так рисковать? Из-за тебя. Детлоф втравил тебя в серьезные неприятности. Я уже видел, как ты умираешь. С меня одного раза хватит. Я даже не знаю... Что сказать? Спасибо, Геральт. Все скрытые такие приветливые. Нет, они разные. Кто-то тщеславен, кто-то властолюбив, но с ними можно договориться. А он... Видно было, что каждое слово дается с усилием, что общение причиняет ему... физическую боль. Знаешь, я никогда не думал, что сопряжение сфер было кошмаром и для вас, для... Для чудовищ. Давай обойдемся без эвфемизмов. Смею утверждать, что для нас это оказалось даже хуже. Вы прибыли сюда тысячами, нас была горстка. У нас был выбор, подражать вам или отгородиться от всего мира, как он. А ты? Как это перенес ты? Плохо, разумеется. Геральт, вообрази себе наименее комфортную ситуацию, в которой ты мог бы оказаться. Никогда ты ощущал боль или тебе грозила смерть. Важен именно дискомфорт. В таком случае придворный банкет, на который я должен идти в рейтузах и тесном дублете. Где всем надо улыбаться, болтать ни о чем. А на заднем фоне Лютик поет балладу обо мне и Йеннифер. Замечательно. А теперь представь, что ты вынужден там торчать не час, не один вечер, целую вечность. Если хоть на минуту ты выйдешь из роли, если хотя бы почешешься там, где натирают швы, все тут же закричат, что ты чудовище, и весь зал бросится, чтобы разорвать тебя в клочья. Могу себе представить. Несколько утомительно, да? Лучше слова и не подберешь. Пора вызывать Детлофа. Да, самое время. Ты хочешь сразу идти в Тесхамутну? Пойдем. Хочется уже со всем этим покончить.
Красиво здесь. Правда? Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтынны. Жаль, мы здесь при таких обстоятельствах. Да, жаль. Ты злишься, что мы не освободили Сиану? Не попытались уладить дело миром? Немного. Хотя, может, я обманываю сам себя. Я уцепился за эту мысль, хотел верить, что есть способ все исправить. Но иногда все заходит слишком далеко. Нужно с этим смириться. Ригис, дай знать скрытому, что мы на месте. Пусть вызывает Детлофа. Не смогли меня найти, и потому заставили прийти навстречу. Зачем? Сам знаешь. Меня утомляет гадать, что люди имеют в виду. Так что или скажи, или оставь меня в покое. Я пришел тебя убить. Коротко и ясно. Как это бодрит. Попробуй, ведьмак. Thank you.
тебя привести, ведьмак. Тебе ничего не поможет. К бою! Я им займусь. Уйди. Я не могу. Быстрее.
Ну и ну. А тебе идет эта одежка. Отстань. Я выгляжу как шут. Кафтан пошит по всем правилам портновского искусства. Из лучших материалов. Но чтобы это оценить, нужна хотя бы крупица вкуса. Даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания. Не в моем обычае спорить о вкусах. Это неинтересно и непродуктивно. Присутствующий здесь ведьмак органически не переносит официальных мероприятий. А такой ему как раз предстоит, являя для него источник постоянной тревоги. Не относите на свой счет его поведение, мастер. Он раздражителен, ибо его бьет дрожь ужаса. Он терзается, что не сумеет достойно повести себя в присутствии ее милости княгини. Я не удивлен. Так или иначе, орден Витис Винифера, высшая награда Тусента, требует соответствующего обрамления. Не следует ожидать, что княгиня украсит им панцирь, замызганный кровью и грязью. При дворе огромное значение придается форме. Традиция, этикет. Традиция, которая ценит видимость превыше всего. Весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость. Этот твой философский тон должно быть от того, что тебе не оплатили новый наряд? Такой тон у меня появляется всегда, когда я размышляю. А со мной это случается, представь себе, довольно часто. Кроме того, новый костюм мне не нужен, поскольку на торжества я не собираюсь. Это почему? Потому что, в отличие от тебя, не должен. Пойду собирать вещи. Как я понимаю, обогатив себя орденом и новыми наблюдениями, ты присоединишься ко мне. Ясен пень. За последнее время я достаточно наслушался о щедрости и прочих добродетелях. Мне они тоже не дают покоя. Последний из добродетелей – сочувствие. Единственный недостающий элемент. Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры, суеверий или прочих народных преданий. Тут дело в чистой логике. Сиана все распланировала заранее. Если бы мы ее не остановили, была бы и пятая жертва, чью смерть связали бы с недостатком сочувствия. Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию. Сиана во дворце, в уединении. Под давлением дворян княгиня заточила ее в башне. А ты не хочешь узнать, кто еще ей мешал? До начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом, с чистильщиком. Это он доставлял Детлофу письма с фамилиями. Может, мы что-то просмотрели? Чистильщик ничего не говорил об этом, когда мы встречались. Откуда ты знаешь, что письма доставлял он? Пока ты блистал в лучах славы и примерял новые наряды, я провел свое собственное расследование. Ты бы остался мной доволен. Для начала я приготовил запас полироля для нашего молодого предпринимателя. Я заметил, что в отношениях уличных торговцев принцип взаимности ценится выше всех других правил, и ни одно доброе дело не остается без вознаграждения. Разумеется, то же самое касается злых и вредных поступков. Как это связано с письмами? Когда чистильщик явился ко мне за бочонком, он намекнул, что знает кое-что еще. Как выяснилось, при нашей прошлой беседе мы задали ему не все возможные вопросы. Достаточно было слегка потянуть его язык, и он все рассказал. Он признался, что доставлял Детлофу письма. Он знал, что это важные для меня сведения, и передал их мне из благодарности. Собственно, почему нет? Сходим вместе, если, конечно, тут уже все закончено. С моей стороны, да. Теперь все зависит от того, сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах. И не уничтожите ли вы его до того, шляясь по всяким подозрительным местам.
Я буду осторожен. О, дяденька с мечами. Привет, привет. Так что, почистим обувку? Грязные сапоги позорят серьезную профессию. Прошу. Мы хотим тебя спросить. Опять? Милости просим. Сам я за свободу слова. Так что любыми сведениями охотно поделюсь. А чтобы вам и обувку не вычистить по случаю. Может и правда стоило бы почистить. В таком случае воспользуюсь приглашением. Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа. Обувь – зеркало души. Отличный слоган. Как идут дела? Да хорошо, не жалуюсь. А было бы еще лучше, если бы некоторые не только болтали, но и обувку бы чистили. Ты носил письма мужчине в сюртуке? Помнишь такого? Ну, конечно. Я молодой. На память не жалуюсь. Но... Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет. Откуда ты эти письма брал? Нищие приносили. Почему ты этого при прошлом разговоре не рассказал? Так вы же про нищих и не спрашивали. Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо. Каждый принес по письму. Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею. Знаешь что-нибудь еще? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные. У кого-то башмаки от разных пар, кто и вовсе без башмаков. А, я знаю, что у них общего. У них у всех нет дома. Малец, я сейчас потеряю терпение. Напряги память. Откуда у этих нищих были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я. Приходили, отдавали мне письма и уходили. Я ни о чем их не спрашивал. Геральт, позволь мне задать вопрос. Послушай, я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля. Но ты соберись и ответь как можно точнее. Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное. Где это? Так это каждый знает. Тут недалеко. Вот по этой лестнице, а потом направо. Спасибо. Вот тебе за труды. Придется нам поискать эту ночлежку. Это должно быть где-то здесь. Ведьма! Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это порядочный район. Мы тут грязи, вони не желаем. Господа, к чему эти нервы? Поговорим спокойно. Нам покоя нет. Все из-за тебя. Эти твои приблуды только болезни разносят. Отбирают работу у порядочных людей и живут на пожертвования. Этим людям некуда податься. Они никому зла не делают. А нам какая нахер разница?
А тебе тут чего? Поговорить хотел. Поговорить не получится. Мы вот тут уж пробовали, только ни хера не доходит. Сейчас будем иначе разъяснять. Господа, спокойней. Или ты сам уберешься отсюда с этими твоими пшивыми нищими, или мы тебе поможем. Кончилось наше терпение. Не будет тут никакой ночлежки. Шливан, тут порядочные люди живут. Я так понимаю, вам мешает ночлежка? Это почему же? Гляди, Балар, еще один защитник бедноты нашелся. Мешает. Тут наши бабы и ребятишки живут. А рядом с такой голытьбой нормальные люди даже пройти боятся. Порядочные люди? Это вы, значит? А что, есть сомнения? Ха, есть. Ты слыхал, Артуа? Он нас, сука, средь бела дня оскорбляет. Отойдем-ка в сторону, добрый человек. Мой друг сам справится с этой жаркой дискуссией. Кишки тебе наружу! Я со страху чуть кишки не выслал. Добро. Намек понял. Валим отсюда. Сердечно благодарю вас за помощь. Я пытался их урезонить, но опасаюсь, что если б не вы, быть бы мне битым. Безмерно вам обязан. Чего они от тебя хотели? Это соседи. Они хотят, чтобы я перенес ночлежку в другое место. Им не нравится, что я помогаю нищим. Я бы и не возражал ее перенести, но мне некуда. А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Что это за место? Богадельня? Можно и так сказать. Они здесь могут отдохнуть, съесть что-нибудь горячее. Зачем ты им помогаешь? Им это необходимо. Послушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на Рю-де-Гарле. Для чистильщика? Я его знаю. Славный мальчик. Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать. Но вы подождите немного. Скоро все начнут подходить за едой. Сами с ними и поговорите. Думаешь, здесь соберутся все нищие? Их никто не заставляет. Но редко кто может найти пищу где-то еще. Так что обычно ко мне собираются со всех окрестностей. Мы подождем. Спасибо за предложение. Дорогие мои, прежде чем я подам вам суп, два этих господина хотят задать вам вопрос. Прошу вас, сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко, иначе ваш суп остынет. А вы бы этого не хотели, правда? Я знаю, что четверо из вас в последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма. Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите. Ромен? А что я буду вперед лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать. Но мне это ты рассказать можешь? У тебя было письмо, и ты его отдал, да? Хорошо, Ромен, благодарю. Кто еще? И у меня тоже было. Я его отдал чистильщику. И у новенького. Но его нет, он не скажет. Новенький. А у меня до сих пор письмо. Я его отдам только через 2 дня после святого Варнавы. Мне нужно это письмо.
Это очень важно. А тебе оно уже ни к чему. Но я его должен отдать в собственные руки. Никому не показывать. Так сказала та госпожа. Грозная была. Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен. Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем. Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово. Ладно, тогда держи. Самому тащиться не придется. Там вечно такая грязь. Зараза! Что, действительно пятая фамилия? Сам посмотри. Ну и ну. Скажу тебе, даже я такого не ожидал. В этот раз ты займешься княгиней. Похоже на то, что мы недооценили Сиану. Судя по всему, Детлов должен был буквально вырвать ей сердце. Но сперва сверни ей шею. Увлекательно. Теперь головоломка сложилась? Боюсь, это больше не увлекательная головоломка, но чрезвычайно важное дело. У нас есть доказательства, что в Тусенте готовился переворот. Княгиня была последней целью Детлофа. Сиана это спланировала с самого начала. Определенно. Все логично, Геральт. Сперва 4 вроде бы случайных трупа. Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии-мстителе. Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений. А последней должна была стать княгиня. Если бы ей удалось довести план до конца, никто бы не усомнился в том, что Анна Генриетта пала жертвой собственных проступков. Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна. Этим бы ее смерть объяснили. Зачем бы Сиане убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врожденной склонности к злу? Да, да, и еще раз да. Все 3 объяснения годятся. И не исключают друг друга. Впрочем, если тебе интересно, можешь сам ее спросить. Думаешь, это хорошая мысль? В конце концов, это же мы разрушили ее хитроумный план. Думаешь, она захочет... С тобой разговаривать? Но спросить-то ты можешь? Согласно некоторым философам, истину можно узнать лишь эмпирическим путем. Ты говоришь, княгиня держит Сиану под замком. Дворяне настаивали на более суровой каре. Думаю, что Анна Генриетта хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда, что и своих подданных от преступницы. В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца и ждет официального процесса. Мне придется как-то обойти стражников, чтобы до нее добраться. Ты со мной? Нет. Встретимся на Мэр-Лашес. После всего, что здесь устроил Детлов и его помощники, мне бы не хотелось показываться во дворце. Кроме того, обществу сестры и досточтимой княгини я предпочитаю простой отвар из мандрагоры. То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишь Сиану? Не люблю столь категоричных утверждений. Но признаюсь, в ее присутствии я бы за себя не ручался. Она жестоко обошлась с Детлофом и стала причиной его смерти. А теперь еще и это. Нет, Геральт, я подожду на кладбище. Принесет нам завтра. Любимец сиятельной книги. Если есть для тебя кувшин вина и круг, выпей.
тяжко на службе с пустым брюхом. Стой! Мне надо срочно увидеть Сиану. По какому делу? Я должен ее допросить. Всплыли новые факты, которые надо уточнить. Похоже, она собиралась совершить переворот. А, ну ладно. Это ж ты тот ведьмак, что дело расследовал. Значит, право имеешь. Но только на пару минут. Я постараюсь покороче. Так что? Ведьмак будет говорить с заключенной. Можете минутку передохнуть. Не слишком бы долгая минутка оказалась. Очень это необычно. Привет, Сиана. Прости за вторжение, но я хотел с тобой поговорить. Мне нечего тебе сказать. Это из-за тебя я здесь сижу. Забыл? Ну, раз уж сидишь, может, поговорим? Или у тебя есть дела поважнее? Чего ты хочешь? Давай покороче. Здесь уютно, в этой твоей камере. Тебе уже второй раз выпадают приличные условия. Ты как кошка, всегда падаешь на четыре лапы. Я бы так не сказала. Здесь нет уединения, зато чисто. Потому что я сама убралась. Я слышал, уборка успокаивает. Нет, это бессмысленное и неблагодарное занятие. А я просто люблю доводить все до конца. Когда я уезжала из Назаира, тоже все прибрала, даже застелила кровать. Хотя я прекрасно понимала, что назад не вернусь. Не люблю неоконченных дел, бардака и незавершенных отношений. Очень последовательно. Это вполне достойно похвалы. Меня с детства за это хвалили. Пожалуй, только за это. Я был в ночлежке для нищих и нашел доказательство того, что ты собиралась убить сестру. Анна Генриетта с самого начала была главной целью Детлофа, то есть твоей целью. Браво, ведьмак. Твоя проницательность заслуживает аплодисментов. Только это уж не твое дело, что я планировала.
Ошибаешься. Это мое дело. Тебя наняли, чтобы убить бестию. Бестия мертва. Так что иди возьми свою медаль и оставь меня в покое. Почему ты должен во все вмешиваться? Просто я люблю знать, что происходит вокруг меня. Терпеть не могу неясных ситуаций. Ты пришел выспрашивать, что мной движет и какие у меня мотивы? Если ты хочешь рассказать, какие у тебя были мотивы, я охотно послушаю. Я знаю, что ты мстишь тем, кто изгнал тебя из дворца. Дело было в проклятии Черного Солнца? По крайней мере, так они заявляли. Твердили, что я опасна, что я мутантка. Эти рыцари Креспи, Дюлак, Делакруа и Пейрак Пейран получили задание вывести меня и бросить за границами княжества. Они выполняли приказы. Да, вот именно. И весьма усердно. Особенно, когда я попыталась бежать. Креспи избил меня плеткой до потери сознания. А остальные стояли и смотрели. Пейран никогда не упускал случая сорвать на мне свое дурное настроение. Дюлак и Делакруа унижали меня и насмехались. Тогда я пообещала себе, что я им не прощу, и что я всех их найду. Это многое объясняет. У тебя были причины испытывать ярость, чувствовать жалость к себе. Но это не оправдывает того, что ты сделала. Я не ожидала, что ты меня поймешь. Мне не нужно сочувствия. Ни от тебя, ни от кого другого. Я ни о чем не жалею. Если бы я могла повернуть время вспять, я ничего бы не изменила. Они все заслужили кару. Моя сестра тоже. Довольно. Свидание окончено. О, вот и хорошо. Господин Делатур желает тебя видеть. Пойдем прямо сейчас? Пойдем. У меня к нему тоже есть дело. Дамьян. Геральт, пришло время. Ты готов к церемонии? У тебя лицо как-то раскорячено. Что случилось? На город напали. Ты же не думаешь, что я стоял и смотрел на все это с какой-нибудь башни? У меня есть важные сведения. Анна Генриетта должна была стать пятой жертвой Детлофа и Сианы. Ты в этом уверен? Уверен. Есть доказательства. Мало ей было убийств и того ада, в который она превратила город. Она хотела покуситься на собственную сестру. На княгиню. Значит, следует усилить охрану и внимательней следить за Сильвией и Анной во время допроса. Я займусь этим лично. Благодарю за бдительность, ведьмак. Я ценю твое участие. В таком случае начнем церемонию. Идем со мной. Княгиня ждет. От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня. Без бочек все производство встанет, а тогда нам придет конец. У вас сгорели все бочки?
Я очень опечалена. Это крайне неприятное известие. Да, ваша светлость. Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад. И тут же все подчистую сгорело. Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище. Если все так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, ваша светлость. Ваша светлость, прибыл Геральт из Ривии. Мои дорогие, теперь перейдем к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Ривии. Убийца бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кои по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. А от себя лично большое спасибо, Геральт. Дамьен вручит тебе награду. Это же был ведьмачий заказ. Благодарю. Кроме того, еще один сюрприз. Я решила передать тебе дюжину бочонков сангриаля, вина, которое обычно пьют лишь за княжеским столом. Теперь и ты сможешь его попробовать. Ты рад? Да, я очень рад. Я много слышал о достоинствах этого напитка. Благодарю еще раз. На здоровье. Я поговорю с Сианой. Ты сможешь меня сопровождать? Благодаря тебе я обрела сестру. Также благодаря тебе я знаю, что у нее на совести. Я все понимаю. Я обязана осудить ее справедливым судом. Но сердце мое рвется к сестре. Если мое присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особы, причастной к убийствам, имевшим место в Баклере. Капитан де Латур, прошу, введите Сильвию Анну. Ведьмак тоже будет участвовать? Княгиня попросила меня об этом. Ты повинна в страшных преступлениях. Однако ты моя сестра. И мое сердце не позволяет судить тебя, как обычную преступницу. Потому я попросила Геральта быть моим советником. Он лицо незаинтересованное. Говори, ведьмак. Ваша светлость, как глава государства, вы должны прежде всего заботиться о благе страны. Независимо от того, чем руководствовалась Сиана, она опасна для ваших подданных. Ты прав. Мои подданные для меня важнее всего. Я не должна об этом забывать. Сиана, тебя ждет суд и справедливая кара. Но я навсегда останусь тебе сестрой. Как княгиня, я должна буду тебя осудить. Но как сестра, не перестану любить тебя.
Ты простишь меня? Никогда тебя не прощу. Я пришел купить цветы. Венок или... Нету ничего. Все продано. Я уже собралась уходить. Что мне тут торчать понапрасну? Не удивляйтесь, сударь. Все на похороны пошло. Каждый хотел на могилу княгини букет отнести. Анемоны, пионы, гладиолусы. А она-то больше всего любила обычные розы. Уж я знаю, потому ее фрейлины сюда приходили. Я самые лучшие цветы для нее выбирала. Пахучие, с большими бутонами, чтобы дольше стояли. До сих пор не могу поверить. Погибнуть от руки собственной сестры. Как же это так случилось? Анна Генриетта очень хотела верить, что еще есть надежда, что Сиана раскается. Поэтому протянула ей руку. Слишком рано и слишком доверчиво. Я вас узнаю. Вы же тот ведьмак с севера, что нас от бестии спасли. Да, можно и так сказать. Погодите, прошу вас, это вам. Я думал, цветы кончились. Я отложила один букет, сама хотела отнести. Но вы возьмите. Я знаю, вы и были не чужим человеком. Сколько я вам должен? Нисколько. Оставьте деньги. Поднимите сегодня вечером бокал за ее душу. Я так и сделаю. Прощайте.